Спасибо, что подарили нам этот момент. Наши имена переживут нас и отзовутся в веках. Мы с вами творим историю. Сегодня первый день. Это наш первый контакт. Давайте начнем. Нечего бояться, Айзек. Нечего. Айзек, это Исаак из Библии? Да, сэр. Господь Бог велел Аврааму отдать своего сына на сожжение. Самое дорогое, что у него было. Авраам повиновался. Но меня поражало в этом рассказе поведение вовсе не Авраама, а Исаака. Я понимаю, что моя оценка субъективна, но лично для меня Исаак – настоящий герой этой истории. Посмотри на мир вокруг. И что там, войны, нищета? Эта планета на грани коллапса. Я уверен, что Бог давно покинул нас. Эту проблему, Айзек, можем решить только ты и я, и никто больше. Этот час, Айзек, уже настал. Удачи. В этот раз я нас точно не покину. Открывайте. Что за хрень? Мне... Нет, нет! Выпустите меня отсюда! Показатели в норме. Что за херня? Куда оно делось? Куда оно пропало? Приведите следующего.